Отже, Степан Максма, голова Маріупольської районної ради. На щастя, нам вдалося з вами налагодити зв'язок. Сьогодні просто шокувало увесь світ, не лише Україну, те, що відбулося у Маріуполі, а саме ракетний обстріл дитячої лікарні. Складно уявити, що нам доводиться про це говорити. За першою інформацією, загиблих немає, але, знову ж таки, можливо, ви знаєте більше. Чи лише травмовані? Що станом на зараз за підсумками обстрілу лікарні? Действительно, мы погибших пока еще не обнаружили, потому что еще не разобрали все завалы. Мы понимаем, что 17 пораненных. И этот случай, наверное, должен изменить вообще ситуацию в Украине и ситуацию в мире. Так больше не может продолжаться. Сегодня мы видим, что невинные матеря, которые пришли в родильное отделение рожать, сегодня по ним раздается атака, и сегодня уничтожается полностью жители города Мариуполь. У нас убедительная просьба обратить все мировое сообщество. Нужно эти бомбардировки нужно остановить. И солдаты российской армии нечеловечно относятся к мирным жителям. Скажіть, будь ласка, сьогодні з'явилася інформація про те, що вже понад 1000 мешканців, йшлося приблизно про 1300 мешканців Маріуполя, загинули в зв'язку з блокадою міста просто від нестачі їжі та питної води. Яка зараз ситуація в Маріуполі? Ситуація така ж, дуже складна. В місті немає ні світу, ні води, ні газу, ні телефонної зв'язки, ні средств существования. Сегодня все магазины уже вскрыты, сегодня заканчиваются продукты, у людей остается на 2-3 дня буквально маломальски каких-то продуктов, не говоря уже о каких-то ассортиментах. Нет хлеба, нет товаров первой необходимости, нет медикаментов. И сегодня мы всеми усилиями, с помощью центральной власти, при поддержке губернатора Донецкой области Павла Александровича Кириленко, мэра города Мариуполя Вадима Сергеевича Бойченко. Сегодня организовываются гуманитарные конвои, но уже на протяжении 5 дней этот гуманитарный конвой не может попасть на территорию города Мариуполя. При первом малейшем выезде и маршруты обстреливаются постоянно со стороны регулярных войск Российской Федерации. Поэтому мы не можем сегодня организовать доставку и эвакуацию жителей. Мы неоднократно уже с профильного министра, госпожа Верещук, которая занимается также непосредственно этим вопросом, уже на протяжении всей недели намагаемость выехать с гуманитарным конвоем. Но у нас пока результатов нет. Вы знаете, через что немає результатів? Які у вас відомості? Потому что позиция Российской Федерации сделать полностью полную изоляцию, полностью привести людей к отчаянию и открыть исключительно один коридор только в сторону Российской Федерации. В мене також на сам кінець важливе до вас запитання. Як ви гадаєте, ми розуміємо, що це оперативна ціль Російської Федерації довести місто до відчаю, але у Росії і ватажки так званих Донецької та Луганської народних республік кажуть про те, що вони хочуть розширити свої володіння до меж історичних Донецької області та Луганської. Маріуполь потрапляє в ці історичні межі незалежної України. На що вони сподіваються? Вони кажуть, ми хочемо, щоб місто було під нашим контролем, але вони нищать місто. Якщо в них може бути в голові взагалі? Слушайте, у них операция называется освободительная. От кого они, меня, русскоговорящего, коренного жителя города Мариуполя, от кого они меня освобождают? Мне такое освобождение и жителям города Мариуполя такое освобождение не нужно. Не нужно убивать мирное население.
не нужно уничтожать инфраструктуру той, которую пользуются жители города Мариуполя. Это не освободительно, это полный геноцид украинского народа.